Есть препарат Завиракс, противовирусный, противогерпесный препарат. У меня в руках сейчас находятся таблетки, которые стоят 28,5 фунтов. Есть также крем Завиракс, который вот, когда у кого герпес на губах, намазывают на губы. А что-нибудь подешевле, аналоги противовирусных? Подешевле есть препарат Ацикловир. Вот, смотрите, Завиракс. Внизу написано маленькими буковками Ацикловир. Это химическая формула вещества. И есть также препарат, который называется просто Ацикловир. Данный аптеки нет, но вообще в городе он имеется. Он стоит гораздо дешевле. Противозачаточные препараты. Селест. Такое же название, как в России. Он стоит примерно в районе 85 рублей, а в России он стоит в районе 250. Есть препарат Ясмин. В России он идет под названием Ирина. Травяные сборы. Представлены компания Секим, успокоительный, противопростудный, от кашля, почечный. Здесь маленький спектр, они бывают более широкого спектра представлены в аптеке. Детские препараты вот противовоспалительные, а температура обезболивающая. Но не забывайте, что их надо применять после назначения врача. Без всякой самодеятельности, то, что только дети. Капли для носа, Отревин. Есть в виде капель, есть в виде спрея. Как мне кажется, удобно. Оля, ну и, конечно, невозможно не представить хозяйку этой замечательной аптеки. Представьте ее. Мадам Нэнси. Мадам Нэнси, салам алейкум. Hi, good morning. I'm Dr. Nancy from Orgada. And I am happy to see Russian people here. And I think they like Orgada, because Orgada is lovely weather. And you know that Egyptian people like foreign people many times. And I am happy to see you and your friend. Here we have a lot of medicine. We can help people which need something, or if they want something I haven't, I order for it and it comes soon. Добро, бужалу, бат, вергата. Браво. Браво. Спасибо.